На сайте Агентства стратегических инвестиций сейчас идет народное голосование. Народ голосует за регионы, где будет развиваться экологический туризм. Тункинский национальный парк и совместно с администрацией района также мы подали заявку и участвуем в данном конкурсе. И на сегодня наши жители активно принимают участие в голосовании, поддерживают проект, поддерживают развитие нашего района, поддерживают развитие туризма, экологического туризма, чтобы в будущем мы имели возможность принимать еще больше туристов без ущерба экологии. А это значит, в будущем будет строиться в случае выигрыша. Мы получим возможность финансирования из федерального, республиканского и местного бюджета на строительство экологических троп, мест туристского показа, дорог, глэмпингов и так далее. Ну и... там может быть как-то будет в этой цепочке еще там, восстановление храма, потому что если приедут туристы, приедет такая, показывают, что надо историческое. Да, конечно, конечно. И будут реставрироваться и ремонтироваться наши и храмы. И... Вот в Тункинской долине у нас в Гужирах какой храм? 17 век. Еще императрица подарила икону Иисуса Христа дар этому храму. И храм до сих пор стоит. Вот его бы хорошо бы так вот немножко восстановить, чтобы люди могли поклониться, приехать. Такое может быть? Может быть, конечно. Будем восстанавливать и храмы, и музеи, и дома культуры. И социальные объекты, все социальные объекты будет возможность. Там финансирование пойдет по четырем министерствам. По линии Министерства экономики Российской Федерации, Министерства природных ресурсов, по нацпроекту «Экология» и через агентство по туризму. Это очень интересно. Как, где нам голосовать? Надо зарегистрироваться на сайте Министерства природных ресурсов, на сайте Природа Лайф, найти вкладку регионы, зайти туда и найти Республику Бурятия и проголосовать за два наших проекта. Это Тункинский национальный парк и Байкальское побережье. Голосуем. Давайте все голосуем, на сайте Природа Лайф. Находим какой там отдел? Регионы. Отдел регионы. Отдел регионы, Республика Бурятия и Тункинский национальный парк. Все голосуем. Ставим на этом сердечко. Сайте. Ставим сердечко. Да, ну хорошо бы, если все проголосовали, потому что действительно такое огромное дело для региона, для, это было бы просто потрясающе. И там много, вы говорите, городов, да? Ну, хотят-то все? Около 120 заявок, так. Более 120 заявок, но... В данное время среди регионов мы, Республика Бурятия, в том числе Тункинский национальный парк, мы вошли в десятку. В десятку, но этого недостаточно, надо как-то немножко усилить. Там у нас очень много подписчиков, которые действительно за экологию, за там, восстановление. Да, сегодня выложим во всех соцсетях. И сегодня выложим, так что давайте подключайтесь, голосуйте. И действительно, может быть, сделаем такое дело вместе с вами. Так, помогите нам. Поддержите. Ну, я думаю, что наша откликнется с удовольствием, что дело хорошее. Все, сегодня выложим информацию, где голосовать. Смотрите и, пожалуйста, проголосуйте. Хорошо, договорились. С нами. Ага, хорошо. Все, понял. Выпишу. Мы в Аршане, в санатории Саяны. Глава Тункинского района награждает суперзвезду. Как корону? Это можно так, как это. Давайте сфотографируемся. И еще вы должны одеть шелковую рубашку. А я сейчас на это как одену. Они сверху. Вставайте. Сверху мы сделаем. Я влезу. Еще влезу. Интересные пуговички. Да, вы влезли. Когда мне надо кофту снять, то я не влезу. Ну, вы давайте. Давайте, Сергей.
Ну, вот как раз. Ну, это как она. Она с запахом немножко идет. Вот так вот. Вниз, вниз, вниз. Нет, нет, вниз, вниз. Вот так, ага, вот так. Во. Все. Бог там правильно. Не-не-не, на здесь. Вот это. Ага, немножко желтый туда. Бугаечко. Здесь. Вот сейчас. Бок надо поправить там. Сейчас сделаю. С новым гардеробом суперзвезда пишут. О, мне такой не было. Не было. Красиво. Класс. И ходак, да? И ходак сверху вот сейчас, да, да, да. А ходак как одевается? А вот можно шарф одевается. Не-не, просто можно шарфом накинуть. Спрашивают, что за наряд, расскажите. Это национальный. Да. Традиционный, бурятский, да? Да. Традиционный бурятский наряд. Санаторий находится в Аршане. Да. Да, Матвей, да, можно? Да, еще? Так, сейчас от спортсменов Тунгинского района, Тунгинского района Бурятии. Вот. Вы чемпион мира, абсолютный чемпион Европы. Мы чемпионов любим, уважаем. Да, поэтому спасибо. Вот Бурятия. Спасибо, круто. Угу. Я внимание снимаю еще раз. И на ваш день рождения. Ага, спасибо. Спасибо. А вот, вот, спасибо. Мы одногодки с вами. 19-го. Ну, и ты... Спасибо. Вот смотрите, да, какая все. Гора. А это вы на фото? Да, да, фото да, света почистит. Просто не почистите. Света, да? Она почистит. Фильтр, да?